Привет, на канале Чен Виктор. И Маша. На сегодня день творчества. Привет, привет всем. Да, сегодня мы будем творить. И в этом нам будут помогать вот такая рыбка Немо и вот такой пластилин Hot Wheels. Ну что, Машель, может ты посмотришь, что там в рыбке Немо? Да. Посмотри, это сумочка такая, она расстегивается. И что ты оттуда достанешь? Рыбка Немо! Ты думаешь? А ну давай посмотрим, что это такое. Рыбка у нас есть легкий пластилин. Здесь у нас три цвета разделены на четыре части. Значит, сейчас что-то будем творить. Интересно, у этой рыбки Немо есть глаза или нет? Здесь нарисовано, что рыбка Немо с глазами. И вот я не знаю, здесь в этом наборчике есть глазки или нет. Но если их нету, значит, мы возьмем другой набор пластилина Hot Wheels, и там точно мы что-нибудь придумаем, да? Ну что, открываем? Да. Да. Открываем. Так, он запечатан в целлофановый пакетик, скорее всего, чтобы этот сам пластилин не засох. У нас получается баночка. И баночка тоже, кстати, смотрите, баночка тоже запакована, наверное, чтобы уже наверняка, да, чтобы этот пластилин не засох наверняка. Так, и у нас здесь есть аннотация, инструкция. Легкий пластилин, рыбка. А, у нас здесь даже нарисовано, как лепить эту... Сейчас мы пошагово будем делать эту рыбку, и тогда у нас все получится. Так, и вот здесь у нас вот такая коробочка, мы ее открываем. Да, у нас здесь есть и глазки, посмотрите. Да. У нас есть даже глазки для Немо, посмотрите. Повезло нам. Да, повезло. Пластилин, о, он такой тянучий, бам. Посмотрите, как он тянется. Как жвачка. Он тянется, как жвачка, посмотрите. Нате. Возьмите по кусочку, и сейчас мы будем что-то липущее, вот так тянущееся, но к рукам совершенно не липнет. Это идеальный пластилин для детей. Вон Маша себе колечко сделала, да? Ну что, приступим? Да. Приступим к работе. Так, дети здесь у нас его уже немножко позамешивали, поразмешивали. И мы сейчас Дружочек. Будем приступать к работе. Дружочек. Что нашего пластилина хватит даже на две рыбки Немо. Поэтому здесь Маша слепила вот такой вот кружочек, колобочек. И Тима слепил. Начинаем мы дальше делать. Вот этот кружочек, колобочек, надо его немножко заузить. Вот так вот. Тима, получится у тебя заузить кружочек? Вот чтобы он такой вот продолговатый стал, как груша. Висит груша, нельзя скушать. Тима, получилась у тебя груша? Да. У Тимы получился буратино или какой-то утконос. Посмотрите, можно сделать утконос. Я утконос. Давайте еще раз попробуем. Да. Так, такой шпатель, такая палочка с другого я набора. Ты сделаешь? Ну давай, я попробую. А если у меня не получится, то ты сделаешь, хорошо? И мы вот таким вот способом делаем рыбке Немо ротик. Получается у нас? Да. Получается у тебя? А ну давай посмотрим, что получилось. Вот такой вот ротик получился у Тимофея. Ну сейчас мы его чуть-чуть кончики подровняем. И рыбка Немо будет улыбаться. Вот так вот. Надо ей рот немножко расширить, чтобы она... Улыбчивая ж рыбка Немо, что ж она грустная будет, что ли, да? Так. Теперь мы будем делать носик. А носик совсем просто делать. Мы возьмем зубочисточки. И зубочисточками вот сделаем дырочки. Так, держи тебе. И Маша, конечно, Маша. Так, на тебе руку. На тебе. Мне продаривать? Да. Так, Машенька, делай дырочки возле ротика. Над ротиком. Да, над ротиком. Две дырочки делаем. Ну, получается у вас, дети? Ну, давайте посмотрим, что вы там сделали. Сейчас. Что-то у нас такая страшноватая рыбка Немо получается с ноздрями и ртом. Такое впечатление, что это тыква на Хэллоуин, да? Посмотрите, это тыква на Хэллоуин. Маша, ну давай твоего чудика.
Так, вот Машин чудик. Вот мы здесь сделаем дырочки две такие. Вот. С ротиком. Покажи. И у Маши такой червяк. Покажите. Смотри, какой червяк у Маши получился. Вот такое что-то. Чудное. Ну, между прочим, у нас все правильно получается. Вот если посмотреть на вот эту картиночку, здесь тоже такой червяк улыбающийся получился. Так, теперь нам надо сделать такую длинненькую пластиночку. Вы здесь чуть-чуть перемешали, Ан, смотрите. Давайте, на, держи тебе. Тимофей, на тебе держи. Я раскатала. Раскатала в полосочку, а теперь эту полосочку как бы приплюсни немножко. Да, 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 вот так вот. Приплюсни. Все. Да, получилось? А ну давай, подожди, давай посмотрим. Вот у нас такая приплюснутая полосочка для нашего, для нашей рыбки Немо. Это моя. И теперь мы ее начинаем заматывать, да, вот так вот вокруг Немо. Пеленочка. Нет, у Тимофея у нас не приплюснутая, Тим, это у тебя получилось солнышко, посмотри. Это у Тимы вообще получилось что-то странное, поэтому вот получилось у нас два вот таких вот забавных червячка в пеленочке или две сосиски в тесте. Дети, посмотрите, это у нас две сосиски в тесте. Нет. Как это нет? Это две сосиски нет, в тесте. Это две рыбки Немо в пеленочке. А, это две рыбки Немо в пеленочке? Смотри. Тима, ну что мы дальше будем лепить? Плавнички. Плавнички, Машуля, давай, я понимаю, что это очень интересно, но нам надо дальше лепить плавнички. Плавнички какого там цвета? Коричневого? Да. Что у тебя за шашлык на зубочистке? На, делай капельки дождя, а я вместе с вами буду делать. Давайте делать маленькие капельки дождя. Надо раскатать кружочек маленький. Катаем вот такой маленький кружочек. Раскатала. А дальше его мы приплюснем пальчиками сверху. И у нас получилась вот такая вот капелька дождя. Вот. Вот. Получилось у Тимы? Вот, у тапка. И мы ее приклеим до рыбки Немо. И теперь у нас два плавничка у рыбки Немо. И нам надо еще один. Вот такой вот рогалик у нас должен получиться. Смотрите, какая рыбка Немо получилась у Маши. Вот рогалик вот такой должен получиться. А ну попробуй. Получается у тебя рогалик? Ну, как-то так, да? На хвостике делаем вот такие вот полосочки. Это же рыбка, да? Вот. И цепляем этот хвостик нашей рыбки Немо. Посмотрите, у нас уже почти готово. Но у нас рыбка Немо без чего? Без глазок. Без глазок, конечно. Что она у нас? Ничего не видит? Слепая рыбка Немо. А ну, Тимофей, открывай глазки. Ну, не свои глазки открывай, а рыбкины глазки открывай. У Маши пчелка получилась. Ну давай, Маша, да я посмотрю на твою пчелку. У Маши получилась вот такая. У Маши получилась вот такая полосатая пчела. Она говорит, что это пчелка, и она летит. Дин-дин-дин-дин-дин. Полетела к Маше. Ой, посмотрите на Тиму, какие у него глаза смешные. Ну покажи мне. Вот такие вот глазки, гвоздики у нас идут в наборе. И вот такая смешная у нас получилась рыбка Немо. Все очень просто. И ничего сложного. Дети сами смогли справиться. Посмотри, Тимофей. А у Маши, кроме всего, получился еще какой-то крокозябрик на палочке. Я рыбка Немо. Я очень люблю плавать и гулять. А, ко мне кто-то едет. Как тебя зовут? Рактики-бяк. Меня зовут рыбка Немо. А ты меня не покусаешь своими клешнями? Нет. Тогда давай играть вместе. Давай. Поплыли на глубину. Поплыли.
следующий раз мы сепим крутую машинку от Виша. И не пропусти новое видео.